Представители германской стороны, председатель объединения Хемер-Щелково Светлана Щапова и ее коллеги встретились с исполняющим полномочия главы городского округа Сергеем Гореловым. Стороны выразили намерение продолжить образовательный, культурный и спортивный обмен между нашими городами, отметив важность диалога в рамках народной дипломатии, обменялись официальными подарками. Более подробные перспективы совместной работы на этот год обсудили с заместителем главы администрации округа по социальной политике Юрием Родионовым. Все наши планы, которые мы с вами начали, мы и будем продолжать осуществлять. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы все-таки Хемер рассмотрел вопрос относительно участия и в международной смене детей, и участия в фестивале спорта и искусства, который мы проводим здесь, на нашей территории, и другие города-побратимы очень активное участие в нем принимают. В числе предстоящих мероприятий – визит немецких школьников в Щелково, совместное участие в 15-й международной конференции городов-партнеров России и Германии в июне в городе Дюрен, а также делегацию из Хемера пригласили на празднование 90-летия Щелковского района, теперь городского округа, в конце августа. Юрий Родионов отметил важность традиционных форм сотрудничества, визитов школьников, художников, музыкантов и в то же время подчеркнул, что нужны более прогрессивные формы взаимодействия с молодежью, нацеленные на укрепление доверия между нашими странами.